Здарова, друзья, с вами Влад Капуста. Сегодня я совместно с вами хотел бы пооткрывать наборы и получить одних из самых крутейших игроков, которые только возможно получить. Плюс мы еще получим награды за события Scream Team, а вполне возможно то, что сумеем еще забрать игрока 105 рейтинга. Я вам напоминаю, каждые 15 тысяч просмотров, которые вы набираете ровно за сутки, я смогу вам разыграть звездный абонемент события ПГЭ. Если бы вы от меня хотели бы получить абонемент, то вам всего лишь нужно обязательно оформить подписку на мой YouTube канал и открыть ваши подписки на YouTube, потому что вот как вчера было, я сделал результаты, первый победитель не открыл свои подписки, мне пришлось отдать другому человеку. Поэтому открывайте ваши подписки, напишите в комментариях из абонемента ПГЭ, какая награда вам больше всего нужна, например, усиление навыка, монетки, FIFA Points, хаджи карточка, либо что-то еще. Ну и самое главное, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что именно там будут находиться результаты, как только мы набираем ровно 15 тысяч просмотров за сутки. Если не наберем 15 тысяч просмотров, то придется двигаться дальше и ждать следующего видеоролика, где мы наберем 15 тысяч просмотров за сутки. Поэтому участвуйте, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочки на него находятся в описании. Но мы пока откроем эту награду, поздравляем сообщество FIFA Mobile с прохождением всех этапов испытания сообщества Scream Team. По 10-бальной шкале я могу событию Scream Team поставить твердую восьмерочку, потому что событие, правда, достаточно интересное, да и неплохое. Ну, пока вот у меня такое мнение. А вы как его можете оценить? Открываем пока эту награду. Плюс форму еще получим, игрока получим. Ну, eSports в этот раз молодцы. Жаль, конечно, то, что особо без какого-либо там эффекта, но вполне неплохо. Да и пипи карточку я понимаю, то, что за 16 миллионов монет, как здесь написано, мы вряд ли сумеем продать. Увы. Но скажу одно. Последнее время eSports зачастили с подарками. Очень приятно. Красивые, однако, эмоции. Эмодзи. Мне очень нравится. Ну, выглядит прям достойно. Ну и самое главное то, что усиление навыков сумели еще получить, плюс еще красивые формы, которые и вправду пригодятся. Да, формы вроде бы как старые, из прошлых событий, но если вы только начали играть, то вам такие формы подойдут. Эту форму я не припоминаю, остальные помню, то что были у нас уже. Очень красивая форма вот эта вот красная. Прям вообще огонь. Ну а также я напоминаю, если вы испытываете проблемы с покупкой звездного абонемента ПГ и также абонемента претендентов 2, то вы все можете купить официальным путем через меня, через моего бота, который находится в ссылках в описании. Я напоминаю, каждая покупка через меня это покупка официальным путем и без каких-либо блокировок. К вам на ваши аккаунты не заходят левые китайцы, которые в любой момент могут просто-напросто взять, удалить ваш аккаунт, либо купить вам с помощью возврата средств. Они купили на ваш аккаунт, вернули себе деньги и после этого спустя месяц, два, три вас заблокируют. Ребята, все через меня покупается только официальным путем. Если что, обращайтесь, все сделаем в самом лучшем виде. И на покупку FIFA Points в больших лисах для всех вас будет действовать хорошие скидки, так что... Если что, ссылочка в описании находится. Хотя на позиции СПшника видение самое главное, плюс еще характеристики вполне достойные, поэтому нужно попытать свою удачу и вполне возможно то, что я сумею получить его карточку. Хотя кого на самом деле обманывают, я хрен его выбью, потому что ну, шансы мизерные на выпадение карточки Стивена. Ладно, давайте посмотрим, что буду выпадать. Ну, в первом наборе, то понятное дело, то, что eSports меня вряд ли сумеет удивить. Прям не верю в такие я чудеса, к сожалению. А жаль, 100 тысяч монет я сумел получить. И вот здесь вот интереснейшая награда, а именно 300 усилений навыков. Ну и самое главное, шанс на выпадение карточки Стивена равен 1%. Бляха, я уже до этого открывал сколько наборов, сканавары и так далее. Ни разу мне за последнее время не выпадала карточка 105 рейтинга. Я не знаю, что с моей удачей произошло. Да, конечно, хотелось бы выбить его карту. Второй набор. Стивена карточка 105 рейтинга. Кто тут батя? Кто лагер? Кто разнес нахер эту версию FIFA Mobile? Да. Ебой. Бляха. Вот это вот я понимаю, нормальный улов, 105 рейтинг, Стивена карточка, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, столько, охренеть, столько времени было потрачено, столько усилий было потрачено, и наконец-то я его выбил, ебой, давайте уже чуть-чуть дооткрываем эти наборы, я думаю еще карточку, ну, до сюда, до этой награды дойду, ребята, блин, я смог это сделать. Я сколько старался, я пытался, открывал наборы, и мне не выпадала карточка Стивена, тут на тебя. Произошло какое-то чудо.
Бляха, ну так приятно, я забыл проверить, какой тут шанс на выпадение его карточки. У меня же телефон упал. Блин, прикиньте, телефон упал. Ебой, блин, 100 лямов стоит. 100 лямов на данном этапе, это нихера себе, сколько монеток. Теперь вопрос у меня будет стоять, как мне поступать, мне сопниками играть, либо цпшниками? Бляха, ну я не знаю, я тупо доволен, то, что это сделал. Ля монет. 5% на выпадение карточки Стивена. Ну бляха, ну не передать вам словами. Как так можно было? Я это сумел. Просто разнес, блин, спасибо. Тут я уже понимаю, что хер мне выпадет карточка, но все же, блин, ну так приятно, так кайфово получить такую карточку. Блин, наслаждение, когда такое происходит. Блин, ну такая херенища карточка, теперь что делать, я хз. Сейчас он также все расклады, событий. Или продавать мне его карточку, не знаю, не знаю. Я в таком лютом сейчас замешательстве, на самом-то деле. Мы заберем его карточку, я чисто его на продажу закинул. Бляха, ну я это сделал, ну так доволен собой на самом-то деле. Блин, жаль, конечно, то, что когда Стивена карточку выбивал, не было такого красивенного эффекта. Чего вам сказать? Просто подуничтожил события. Какая же это красота, 26 лямов. Интересно, смогу его продать за такую стоимость? Решил дозаписать видеоролик и показать вам уровень удачи моего друга Эмина, который приобрел через меня FIFA Points. Честно, я был шокирован от того, что вот такое вообще возможно у нас в игре, вот реально. Почему я открываю, мне хрен когда что выпадет, открывает кто-то другой и всегда выпадает. Я не знаю, Эмин, что за эликсир удачи ты выпил, но это реально очень круто, когда тебя так... везет в этих наборах. Я тоже такое хочу, честно хочу. И самое главное, Мин на этом не закончил и открыл еще один набор. Так как такое вообще случается? Почему я открываю хрень, что когда-то выпадает мне? Хз. Да, ё-моё, бляха. Я вот сейчас смотрю на это и понимаю то, что реально, я точно в последнее время, но не самый жесткий лагерь, который только есть на этой планете. Ну, такие вот дела, ребят. Выбираем схему 3-4-1-2. Теперь... мы делаем некие изменения. Пяти сори. Мы ставим карточку Стивена вот сюда вот. Скал за карточку мы поставим вместо Сиена. 128. Ой, 129 становится. Бляха, слушайте, а если я... Да не получится. Я думал, может быть... если, например, я закачаю им ранг, то ОВР состава будет 130, но что-то я не особо верю в такие, конечно, совпадения. Но в целом-то прикольно. Я вот теперь не знаю, как мне поступать. Мне с сопниками играть или с СПшниками играть? Как бы вы на моем месте поступили? Ребята, отпишите прямо сейчас в комментариях. Вот просто интересно узнать ваше мнение, как вы в таких ситуациях вообще поступаете, а? И у меня 5 усилений навыков почти прокачаны. Контратака скоро закачается до 20 уровня. И все, это просто полнейший расколбас будет. Знаете, в чем не особо выгодно? Я вот только сейчас заметил то, что у меня именно усиление навыков видения не прокачано. А на этом усилении навыков находятся две офигенные карточки, это Стивена и Скоуза. Не знаю, как поступать, возможно, может быть, я просто-напросто перепродам эти две карточки, и у меня на балансе будет плюс 160 миллионов монет, где-то так, а возможно даже еще и больше, потому что Стивена карточка будет очень дорогая. Я вас уверяю, ну примерно 140-150 миллионов монет, его карточка вполне возможно то, что будет стоить на рынке. Из-за того, что были отключения света, я в диком пролете, я не смогу забрать карточку 103-го рейтингера Карнандеза. Блин, так на самом деле обидно. Эх, если сейчас Джейми Варди выпадет, то хер там Джейми Варди, ЛПшник, что там по рейтингу у него? 102-й, нихера себе, ха-ха, нормальная компенсация. Интересно, сколько его карточка сейчас стоит, 4 лямчика, ЛПшник. Нежданно, негаданно. Я не ожидал такой поворот событий, а сколько Джейми Варди 8 миллионов монет стоит? А вот интересно, смогу ли его продать карточку? Хорошо, давайте сейчас пофанимся, немножко пооткрываем наборы. Следующая, самая смешная ситуация. Я могу себе позволить пооткрывать наборы с фонарями, но
нету этих наборов, просто нету этих наборов. Я хрен его знает, что делать. Давайте мы прямо сейчас заберем предметы переноса тренировки. Надеюсь на то, что они мне пригодятся. И монетки 500 тысяч я еще получил. Это вроде бы финальная награда, если я не ошибаюсь. Да, все забрал. Ну, в общем-то, подуничтожил события, можно и так сказать. 1500 и 2000. Ну, походу будем открывать, что еще делать. Так, 300 тысяч монет. А здесь что дается? Серебряные игроки, 50 штучек. Ну ладно, давайте открывать, херу с ним уже. 300 тысяч монет. И заберем карточку 98 рейтинга игрока. Этап номер один, задача выполнена. Я на самом деле его забираю чисто для того, чтобы форму получить новенькую. ЛЗшник у нас из Саутхэмптона. По стоимости 2 ляма, я думаю, вряд ли я его продам за такую стоимость. Дальше у меня остается 1600 жетончиков, и я могу себе позволить 50 серебряных игроков. Хорошо, давайте так потратим, да и все. Эрнандеза не заберу из-за того, что пропустил, блин. И тут даже нету никакого интересного игрока. Ну, вот такие вот награды. Не самые топ на самом-то деле. Если бы я был новичком, тогда, конечно, мне эти награды пригодились бы. Я с помощью этих наград смог бы прокачать себе ранг и так далее. Но на данном этапе я не знаю, что с ними делать. Заберем эту форму, напасть. Ох, блин, ну красиво, однако, выглядит. Шикарный еспор, спасибо. На Эрнандеза карточку слишком много фифа-поинтов придется потратить для того, чтобы его в конечном итоге забрать. Уже очень много я пропустил. Мне нужно 2400 жетона фонаря. Я так понимаю, даже нету никакого смысла тратить на него фифа-поинтов, потому что просто-напросто цена 24 миллиона 700. И в конечном итоге я максимум заработаю на его карточке 17-18 миллионов монет. Это не та цифра, которая меня должна устраивать за то количество FIFA-поинтов, которые я потрачу на получение его карточки. Не стоит. Если бы я, например, не пропустил бы из-за отключения света, тогда еще вполне возможно то, что я его забрал потом за 1500 поинтов и все. Я мог бы его карточку получить. А так, ну нет, никак вообще. Интересно, тебя могу продать? О, его, кстати, могу продать. 4 миллиона 560. Ну-ка давайте продадим за эту стоимость. Нормальная цифра так подкатила ко мне. Ну и пытаемся любым способом быстро карточку приобрести хотя бы за 304 миллиона монет. Друзья, ну я напоминаю всем вам то, что через меня вы можете официальным путем покупать FIFA поинты, звездные абонементы, абонемент ПГ и самое главное то, что если вдруг у вас нет возможности, то просто-напросто принимайте участие, вполне возможно то, что вы победите в конкурсе и получите от меня бесплатно, а я Бутрогению постараюсь забить, да. Нормально, первый момент мы реализовали еще и при том красиво вроде бы как. Опа, опа, вау, 2-2 играем, соперник сильный у нас, Хаджи, ох. 3-2 играем, нужно постараться хотя бы победить здесь. Ну я по крайней мере буду пытаться. Мирослав Глазе, хорош. Ванбас на карточку хотелось бы забрать, но пока никто не продает. Вполне возможно то, что буду донатить на него. Стивен. Ай, да скорости немножко не хватило. Может быть ему ранг надо было прокачать, потому что скорости явно ему не хватило. И там просто-напросто он отдал мяч, даже не поборолся особо. Пока что меня выносят, и я не знаю, что делать. Здесь момент отвратительный. Бутрогению! Отыгрываемся, 6-7, ё-моё, только что 6-6 было, но соперник давит. На Бутрогению, вау. Одно касание уже сразу реализовывает свой момент. Филипп Андерсон. Мирослав, хорош, 8-7, 8-8, блин, напряженный матч на самом-то деле. И здесь вот, ну, отвратительный пас был, такой отвратительный, что просто невообразимо, 9-9. Надо хотя бы уже в ничейку сыграть. Хорош, 10-9. Если я еще и сумею победить. Да, я сумел одолеть своего соперника. Реально здорово то, что получилось. У Симона, конечно, со скоростью есть проблемы. Я понимаю то, что, видимо, его нужно будет карточку закачать. Именно ранг ему сделать до 30-го. И карточку сколзать тем более. Но вот такие вот дела, друзья. Напоминаю, то, что этот аккаунт, который вы сейчас видите перед собой, у вас есть возможность приобрести по акционной цене.
Ссылочка на бота моего, через которого вы можете купить этот аккаунт, будет находиться у меня. Ссылка в описании, заходите туда, там все для всех вас, как всегда, есть. Друзья, но я очень надеюсь на то, что вам сегодняшний ролик понравился, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Пишите крутые комментарии вот там внизу. Ни в коем случае не забывайте принимать участие, открывать ваши подписки на YouTube, чтобы программа сумела вас выбрать, и вы сумели от меня получить бесплатным образом абонемент ПГ. Ну, вот такие вот дела у нас. Если что, ссылочка на мой телеграм-канал, где результаты находятся, тоже находится в описании, как всегда. А с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. Всем вам до скорых встреч, всем вам пока!